Вакцинация будет проводиться по-прежнему от 10 болезней. Но начнут ее делать раньше на месяц, и между вакцинациями будет больше перерыва. Если раньше мы начинали вакцинировать наших детей 3-4-5 месяцев, да, это первичный вакцинальный комплекс, в большинстве европейских стран вакцинация начинается в 2 месяца, и в нашем календаре вакцинация будет начинаться в 2 месяца. Первая вакцинация в 2 месяца, вторая вакцинация будет в 4 месяца, и затем вакцинация в 6 месяцев. То есть, по сути, в принципе, немножечко увеличили промежуток между дозами вакцины.